нашей России. Олег Рой у нас в гостях. Еще больше аплодисментов, пожалуйста. Добрый вечер. Хотел сказать, добрый день. Почему добрый день? Потому что пока к вам шел, еще светло. И так как-то думаю, еще день вроде. Потому что за долгую зиму привык, что мы как-то не успеем проснуться, уже раз-раз, а опять ночь. И всегда хочется всем говорить добрый вечер. Спасибо огромное, что пришли. Спасибо большое. Очень рад вас видеть. Давно не был в Петербурге. Вернее всего, я в Питере периодически бываю, но вот на встречу с читателем как-то давно не приезжал. Мы все с буквоедом как-то открываем где-то магазины, где-то выступаем очень локально. Вот, сейчас сделаем очень интересный проект совместный. Если все будет хорошо, то где-нибудь в конце года вы узнаете. Вот, будет посвящен дельфинам и проблемам, которые сегодня есть у дельфинов. И интересная будет тема. Вот, решил выступить еще и здесь, потому что сегодня вместе с вами попробую ответить на ваши вопросы, что-то рассказать. За то время, что я здесь не был, вышло два романа, две книги, вернее всего, одна вот детская. Если кто-то следит, знает, что я начал работать вместе со «Сказочным патрулем». Вот, это большая детская история, франшиза, идет на канале ВГТРК. Вот, мы делаем хороший мультфильм «Сказочный патруль». Если у вас есть дети, обязательно скажите, чтобы они посмотрели. Интересные сказки, интересные девочки, интересные истории. Вместе с компанией «Эксмо» решили сделать не только историю про «Сказочный патруль», но еще сделать секретный дневник агентов «Сказочного патруля», где вы можете о каждой девочке, не вы, а ваши дети, конечно же, прежде всего, узнать о каждой девочке все самое-самое интересное. Вот, проект развивается очень хорошо. Вот, в этом году студия «Паровоз» начинает делать полный метр этой совершенно уникальной франшизы. Вот, мне нравится работать и со студией «Паровоз», и с компанией «ВГТРК». Я думаю, что это такой очень хороший симбиоз у нас организовался, и мы вот совместно там что-то делаем в рамках и этого проекта. И я вместе с ними, не знаю, знаете вы или нет, в прошлом году, в феврале, запустил большой проект, называется «Приключения Дракоши Тоши». Ну вот знаете, вот кто особенно у меня на странице, я там периодически с вами делюсь новостями, в том числе поделился недавно уже 9-й серией. Мы сделали уже 9 серий этого уникального мультфильма для самых маленьких. Вот. А в свое время мы обещали, что начнем заботиться об экологии детской души. И чтобы это обещание выполнять, вот я со своей студии начал делать вот такой вот мультфильм «Приключения Дракоши Тоши». Мы его позиционировали как 0-5, я имею в виду от 0 до 5 лет. Вот. А сейчас получается, что дети постарше его смотрят, очень большие отзывы. И, конечно же, для нас уникально стало, что за последние 2,5 месяца, это всего столько мультфильм идет, как я и обещал, он идет и на каналах «Карусель», и в то же время можно его бесплатно смотреть и в интернете, и в YouTube. Все это бесплатно, все это для детей, не надо ничего покупать, можно просто открывать. 2 раза в месяц смотреть новые серии. Вот. И очень хороший получился проект. В этом году мы запускаем с компанией «Эксмо», запускаем книги, будут еще книжки. Как раз для меня это такой очень хороший выход из ситуации. Почему? Потому что 26 серий уже написано, и мне теперь больше ничего делать не надо, 26 книг так и так выйдут. Вот. Я теперь буду просто почивать на лаврах, каждый месяц ждать выхода новой книги, буду вместе с вами радоваться. Дельфины будут. Будет прям уникальная вещь. На прошлой неделе как раз завершил первый такой синопсис очень большой. Очень трогательная история. Играю в ситуацию, когда необитаемый остров, когда дельфины помогают. Играю в ситуацию, когда мы понимаем, что дельфин такой же, как и мы, что у них есть и свой социум, и разговаривают они так же, и дети похожи, когда рождаются на нас. Вообще уникальное животное. Пытаюсь показать, как мы истребляем их, пытаюсь показать, насколько это неправильно и насколько это нелогично с точки зрения экологии всей нашей планеты. Вот. Играю в сон, потому что многие вещи, которые я там буду рассказывать, я не знаю как профессионал. И чтобы меня потом какой-нибудь, знаете, как это бывает, там, какой-нибудь профессор меня в чем-то обвинил, это будет сон, и когда какой-нибудь профессор встанет и скажет: «Олег, вы знаете?» Я скажу: «Знаю, но что во сне не бывает, да?»
Меня периодически, если вы там, кто-то вот со мной общается, меня периодически в чем-то пытаются там обвинить. То я тут историю неправильно рассказал, то так женщины не поступают. Мне одна девушка, ему недавно была большая встреча в Москве, и я выступал, рассказывал про один из своих старых романов, и на третьем или на четвертом ряду девушка тянет руку, я говорю, да-да-да, конечно, пожалуйста, она встает и говорит, нелогично. Я говорю, одет, может, я не знаю, что нелогично. День начался не так. Ну, то есть слово нелогично как-то меня не привело к чему-то. Она говорит, нелогично женщину изображаете. Я говорю, вполне с вами согласен. Ну, логики у вас мало, правда. Зачастую я очень сильно поражаюсь. Я понимаю, что в писателях логики мало, но иногда в женщине. Вы знаете, что логический ход мышления и поступков женщины от кровати до столика, где она делает кофе, меняется просто катастрофически, по несколько раз за секунду или за полшага. И она говорит, нет, вот я бы на вашем месте, если вы когда-нибудь возьмете консультанта нормального, она говорит, человека, я сразу понимаю, что я ненормален абсолютно, по всей видимости, хотя тот же самый Антон Павлович Чехов сказал, чтобы стать хорошим писателем, нужно прежде всего подойти к шизофрении настолько, чтобы она тебя могла разглядеть без очков. Вот. Поэтому шизофрения, так или иначе, у каждого писателя, она как бы присутствует рядом. Вот. Но вот, да, не знаю уж, но это просто мой опыт, я понимаю, что сейчас ползала встанет и начнет бросать меня там заготовленными заранее помидорами и чем-то еще. Вот. Я же вчера был большой скандал у нас там в Москве, не знаю, там до вас дошло или нет. Я позавчера случайно, второй раз в своей жизни, побывал на... Бывал я много раз у господина Малахова, а второй раз в жизни побывал на... Я уже думал, кто-то оттуда кричит, я уже испугал. Вот, побывал на... ну, вы знаете, Спартак Мишулин, да, дочка, вот это все. Вот, и, ну, и я там был второй раз. То есть я был самый первый, когда вот только-только это все прям начиналось, я был самый первый, кого позвали. Передачу снимали часа в 6. Вот, я смотрел на них, это был какой-то абсолютный сюр, бред. Вот, я очень сильно жалел великого художника, великого актера, великого отца. Очень сильно жалел, потому что я понимаю, что на его костях пытаются сделать то, чего в жизни сами добиться не могут. Да? Актерства мало, много в жизни неудач. А тут вроде как отец. И можно вот на нем там поиграть и стать более популярным там, или еще что-то. И это был, конечно, дикий такой сюр. Первую передачу как-то мы сняли, все остальное. Но вы знаете, да, что когда вы включаете телевизор, вы смотрите передачу 45 минут. Ну, замечали. А снимается она от 2 до 6 часов. Ну, то есть, понимаете, иногда ваша реплика просто берется и вырезается из чего-то. Ну, и тут меня позвали, значит, Олег, пожалуйста, вот приезжайте, ваше мнение. Тем более, вы когда-то сказали, когда они обнялись и поцеловались, сказали, наконец-то мы нашли брата с сестрой, вы сказали, на этом не прекратится. Я единственное это сказал, потому что тишина им не нужна. Им нужен шум, потому что это рейтинги, это их сцена, это их все. И говорит, правда. Ничего не затухло, наоборот, я говорю, подождите, они еще его еще выкупают, они еще матерей похоронят, они еще что-то будут делать, потому что, ну, они этим живут, им больше другого не надо. Это же все попало в эфир, естественно, дело. И снимали мы долго, попало там что-то. Вчера, по всей видимости, я же не знал, я вчера спокойно приехал сюда, и у меня была вчера встреча с моими коллегами, друзьями. Вот, мы сидели, разговаривали, и вдруг из них кто-то говорит, господи, посмотрите, что творится. Ну и показал мне мою ленту новостей в Инстаграме. 500 сообщений. 500. Чтобы вы понимали, никогда в жизни я не получал 500 сообщений. Ни в день рождения, ни когда у меня собачка на руках, ни когда мы разбираем снеговые завалы. Никогда. Никому не было ничего интересного. Здесь... Я о себе такого узнал. Я узнал, какое количество гениталий я вообще имею. С кем я живу и кто живет со мной. Почему я такой... И многое узнал о себе. Очень рад был за то, что оказалось, что среди подписчиков так много умных, интеллигентных, здравомыслящих людей. Потом, ну, как бы это все валится, валится. И я единственное говорю, посмотрите, ну кто, ну же это же интересно.
Понятно, что половина это фейки, половина это люди, которым просто они поджигают вид на эту атмосферу, она нужна, накаляют ее, потому что будут сниматься еще ток-шоу. Я говорю, что ни он, ни она не утихомирятся. Вот. И я сегодня, когда сюда поехал, мне позвонили, написали с Москвы, значит, Олег Юрьевич, будьте осторожны, это мне там написали. У нас длинные руки, там, но мы, и вот сына его там, мы его в обиду не дадим. Так вот, у кого длинные руки. Я никого не собирался и не собираюсь обижать. Я просто не очень, мне просто не очень хорошо, когда мы не можем чего-то достичь сами. И пытаемся за счет другого человека, который уже не с нами, который ответить-то не может. Пытаемся что-то сделать такое, чтобы нас куда-то или чем-то возвысило. И я им сказал только одну вещь. Ребятушки, вы своими силами сделайте так, чтобы ваши дети вами гордились. Но я почему-то думаю, что он не очень гордится там вами. И в назидание вообще самому себе и тому, что происходит, я отложил в сторону дельфинов на 2-3 дня. Я обязательно к концу недели напишу, это будет маленький рассказ. Я напишу маленький рассказ, который будет называться... Как? Нет. Будет называться «Любовь детей» или что-то будет вот такое. Вот. Обязательно я опубликую у себя на странице. Почитайте, будет, надеюсь, интересно для вас, для меня. Ну и, может быть, действительно, кто-то утихомирится и поймет, что есть несколько правд. И могу вам сказать самое печальное. Настоящую правду мы никогда с вами, ни я, ни вы, ни даже они сами не узнаем. Она совершенно где-то в третьем измерении. Ну, вот, Бог бы с ними. К чему я это все начал, что как-то у меня день здесь закрутился со вчерашнего дня. Вот, поэтому брошу немножко дельфинов, займусь маленьким эссе или маленьким рассказом. Вот презентую еще книгу, которая написана 2 года тому назад. Вот «Любовь за деньги и без». Откровенный роман, наверное, да, откровенный. Тоже, когда меня спрашивают, Олег, зачем вам эти ток-шоу? 2 года тому назад девочка Инна, одна из героинь ток-шоу, была на не у Малаха, а тогда, помните, еще Боря Корчевников был. Вот. Боря сейчас на канале «Спас». Вчера вот тоже звонили, вот сегодня мне звонили от него, вот, потому что я презентовал. И это была ее история. История была девушки, которая рассказывала ее в студии. К сожалению, передача так и не вышла. В какой-то момент, когда история была рассказана, и уже было все снято, нам позвонили со студии, сказали, передачи не будет, не ждите, она не дала прав. Ну, в итоге, видно, опомнилась или еще что-то, и она забрала права на передачу, передача не вышла. И она позвонила мне, а мы на передаче с ней договорились, что я могу использовать там часть этой истории, она была очень интересна для меня, потому что девушка занималась экскортом, вот, оказывала определенные услуги богатым, очень богатым мужчинам. Вот. И она мне позвонила, говорит, Олег, вот вы говорили про роман, я говорю, ну а что теперь об этом говорить, если вы права забрали? Я не буду переступать там какие-то нравственные вещи. Она говорит, я наоборот вам позвонила сказать, что я буду рада, если роман выйдет. Вот. Роман я ей отправил еще, когда он был только в черновике. Получил от нее это здорово, круто, и мне очень понравилось. Спасибо большое, что вы так правдиво описали тот образ, которым действительно я являюсь, а не которым меня пытались выставить на ток-шоу. Вот. Поэтому, если у вас будет когда-то время, вот, прочитайте про девушку Нику. Вот, я надеюсь, вам понравится. Понравится как и очень молодым, потому что это для молодых, так и людям моего возраста. Мы тоже молодые, но здесь очень много и о нас. Потому что настоящая любовь, это, конечно же, не конечно же, потому что так и должно быть, а потому что это так в книге. Это мужчина более старшего возраста, вот, который больше знает о жизни, который более серьезно смотрит на определенные вещи, как будто о себе говорю. Вот. И мне кажется, это будет уникальный роман, который можно будет почитать. Через месяц, по-моему,
чуть меньше, может быть, чуть больше, не знаю. Обещают, выйдет первая трилогия из трех книг «Изгои». Это вещь, которую давно-давно делал, никак не мог ее выпустить. Фантастика. Не знаю, насколько она понравится. Выпускаю ее только с точки зрения того, что мы в конце весны будем презентовать ее в Лондоне и, скорее всего, будем снимать эту вещь. И поэтому хочется, чтобы авторские права были уже сделаны. Это нечто подобное «Дивергентам», вот, для подростков. И для тех, кто читал книгу «Страх», читает кто-то книгу «Страх», вот, это как раз одна из частей продолжения про одного из героев, профессора Ройзермана и его детей Дэн. Вот, что-то как-то я долго так, да, без остановки. Замечательно. Да? Вот, я готов отвечать на какие-то вопросы. Дорогие друзья, если вопросы... Что-то еще рассказать. Появляются, обязательно поднимайте руку, постарайтесь подойти ко всем с микрофоном, сможете спросить у любимого автора то, что вас больше всего интересует. Олег, коснулись, поскольку уже и сегодня тема Инстаграма, да, в связи с большим количеством скандалов. Ну и так уж получилось, что новый роман «Любовь за деньги и без», по сути, начинается с того поста в Инстаграме, который публикует главная героиня. Скажите, а какая вообще вот ваша оценка, в принципе, того влияния, которое сейчас социальные сети оказывают, ну, по сути, на людей, на то, какое вмешательство в личную жизнь зачастую происходит за них? Ну, во-первых, это огромная площадка для тех, у кого нет личной жизни вообще. Да? Почему? Потому что большинство людей, от которых там, мы периодически, я имею в виду мы, это я и помощники, которые у меня есть, мы избавляемся, это люди, которые прячутся за чужими никами, за чужими фотографиями. Кроме зла, какой-то неустроенности, они ничего не несут, общение с ними не получается, им нужно совершенно другое, больше грязи, больше негатива, больше нецензурщины какой-то. Вот. И для меня есть две вещи в социальных сетях. Первая вещь – это открытые двери, и я могу общаться со своими подписчиками, со своими читателями в онлайне, быстро, конференции, вопросы. Мы очень быстро и интересно общаемся, это как-то так завораживает. А с другой стороны, ты постоянно находишься в том, что кто-то может что-то написать, кто-то может что-то сделать неправильно, что-то высказать, куда-то что-то своровать. Но это наша жизнь, технология движется вперед, хотим мы и не хотим, принимать это надо, и я в этом тоже живу, и приходится просто самому себе отвечать на вопросы, что да, наверное, нужно в этом... Не можешь изменить что-то, возглавь это, да, поэтому... Или измени к этому отношение. Или измени к этому отношение. Я поступаю и так, и иначе, и у меня есть свои социальные сети, вот больше 250 тысяч в совокупности, в принципе. Вот мы сейчас запустили вместе с Рики Дракоша Тошев. У нас просмотров на сегодняшний день за 2,5 месяца больше 13 миллионов. Помогает ли это? Да, помогает. Вот. Много ли там комментариев жутковатых? Да, много. Когда я смотрю какие комментарии под Дракошей Тошей, мне хочется у многих людей спросить, вы зачем этот мультик смотрели? Вам 40 лет. Вы зачем пишете о том, что там не хватает определенных вещей, которых там заведомо не заложено было? Это мультфильм для детей от 0 до 5. Вот. Но, тем не менее, как-то с этим живем, как-то с этим потихоньку справляемся. Дальше, думаю, будет чуть полегче, мне так кажется. Вот. Почему? Потому что мы все больше уходим в интернет, мы все больше уходим в какую-то электронную литературу. А вот, я сейчас все больше и больше отдаю своих старых книг на электронные носители. И, знаете, я думаю, что настанет когда-нибудь время, что я не буду вытаскивать там флешку или файл для того, чтобы отдать ее в печать, а буду просто пересылать ее куда-то, и она будет выходить только в электронной версии. 2 года тому назад я уже проэкспериментировал. Вот есть несколько романов, которые только в электронной версии, больше никакой не в печатной, не выходили никогда и, скорее всего, не выйдут. Один из них — повесть, если кто-то читал «Перышко», да, вот, его не будет, ну, пока не будет точно в бумаге.
Могу вам сказать только одно. Если взять один из моих первых романов «Мир над пропастью», не знаю, может, кто-то читал, да, на сегодняшний день его совокупный тираж 1,5 миллиона. Ну вот, то есть представьте себе, что за 20 с лишним лет и там книг 1,5 миллиона экземпляров вышло. Повести «Пёрышко» 1,5 года, 24 миллиона скачет. Ну, то есть, ну, это же прям совсем разные вещи, ну, согласитесь. А мне, правда, говорят, потому что я это сделал бесплатно, я тоже в это верю. Ну, окей, давайте там, пусть там 20%, да, но все равно это какие-то другие вещи и люди. Я сейчас наблюдаю, я очень много провожу времени в метро. Ну, мне, вот честно говорю, не знаю, почему это как-то, когда я об этом говорю, когда меня там видят почти каждый день кто-то, это такое ощущение, что там, а вы как здесь, а где я должен быть? Там наверху, а, холодно, б, много пробок, а мне надо успеть куда-то. Метро — это самая легкая вещь для меня. Раньше, года полтора, не полтора, два тому назад, я заходил в метро и видел огромное количество людей, читающих книги, живые книги. Сейчас читают столько же много, но только держат перед собой либо читалки, либо телефоны, либо что-то вот там, айпэды, я не знаю, что это такое, не хочется там рекламировать чужое, но тем не менее, и если раньше это было там 80 человек, живая книга, 20%, это что-то электронное, то сейчас 90% это что-то электронное, а остальные читают литературу, да, еще есть, но мне кажется, это больше мода уже, а не... Не знаю, почему так получается. Я вообще в последнее время все время задумываюсь, как выживают еще пока книжные магазины, книжные компании при такой цене на книги. Мы недавно разговаривали, опять же, на самом верху. Я думал, что в преддвериях президентской гонки все-таки нас, как писатели, кто-то услышит по поводу того, что детские книги очень дорого стоят, да, ну, прям очень дорого. И я все время говорил и продолжаю говорить, что семья должна покупать ребенку те книги, которые он хочет, а не которые она может себе позволить по скидкам или там еще по каким-то параметрам, не знаю. Но в основном это ценовая вещь. Вот. И мы недавно тоже в магазине, один из депутатов не очень мне поверил, зато я поверил, что депутаты не ходят в магазины. Но он становит, ну, Олег, такого не может быть, таких цен не бывает. Я говорю, давайте на Арбат сходим, вот же рядом, ну, две улицы пройти. Вот, мы прошли с ним на Арбат, очень хороший человек, не буду называть его фамилию, но он правда хороший человек. Ну, не ходит в магазины, ну, так получилось. Детей нет или там, может, ему на дом привозят книги, я не знаю. А вот мы с ним зашли, и вот одну, вторую, третью, и он говорит, как же это так, как, откуда такие цены? Я говорю, так откуда такие цены? От законов такие цены. Вы законы сделайте полегче, вы дайте льготы, вы дайте какие-то дотации, вы что-то сделайте, потому что объявить десятилетие детства, да, которое мы в прошлом году Владимир Владимирович Путин объявил, это здорово. Но только надо объявить это одно, но надо еще что-то делать. Когда мы объявляем, что чемпионат по футболу будет у нас, мы начинаем строить стадион. Если мы объявили там десятилетие детства, давайте что-нибудь строить тоже. Ну не просто объявлять, а строить. Начнем строить хотя бы книги дешевые. Вот за последние 5 лет у нас построили в городе там более 10 детских садов. И я являюсь мамой, и поэтому я это знаю, ну, не понаслышке. И у нас на сегодняшний день была раньше проблема, что живешь в одном месте, да, ну, как, наверное, как везде, в Питере, вообще в больших городах, а детский садик не на окраине. Сейчас это составляет, ну, буквально 5 минут. Я считаю, это очень весомо, ну, вообще, в нашей сегодняшней деятельности, ну, занятости. Ну, я на самом деле могу только одно сказать, я очень рад. Я никогда не говорил ничего плохого по поводу того, что строят или не строят детские сады, вот никогда. Я много раз говорил о том, что мы продолжаем еще строить школы-интернаты для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Почему? Потому что многие родители просто не могут содержать своего ребенка, потому что денег не хватает, времени не хватает, работ много, а ребенку содержать надо. И мы продолжаем строить детские дома.
У вас построили 4 детских садика, а где-то построили 4 детских дома. От того, что садики строятся, а книги продолжают оставаться очень и очень недоступны для маленького ребенка, хорошо ли это? Можно ли полумерами что-то решить? Наверное, можно. Нужно ли уделять и этому внимание, о том, о чем говорю я? Скорее всего, нужно уделять внимание. Но то, что у нас что-то происходит, и мы делаем, и делаем хорошо во многих регионах. Вам знаете, почему, наверное, повезло? Потому что, наверное, мэр хороший, и депутатский корпус неплохой, а у кого-то плохо. Я очень часто мотаюсь по регионам, один из немногих писателей, который действительно мотается по регионам, где я только не бываю. Вот. И, если честно, за последнее время, вот так, чтобы кто-то встал и сказал, вот то, что сказали вы, это первый раз. Ну, прям вот первый раз. В основном говорят что-то немножко другое, прям совсем-совсем другое. Вот. Но я еще раз говорю, все зависит от того, кто на местах, правильно? Ведь политику делают не там, наверху, а тот, кто внизу. Тот, кто действительно заботится о земле своей и о тех людях, которым он дал обещание. Я вот этого придерживаюсь. Ну, давайте не о политике, давайте я там готов что-нибудь о книгах рассказать. Вот, да. Да, добрый вечер, Олег. Во-первых, хочу вас лично приветствовать. Очень Спасибо. Приятно, что вы сегодня к нам приехали. И для меня вы один из таких ярких примеров писателей, которых приятно не только читать, но и смотреть. То есть мне нравится то, как вы выглядите, то, как вы общаетесь со своими читателями, то, как вы высказываетесь на ток-шоу. То есть вы мне очень импонируете. И, следя за вашим инстаграмом, я посмотрела, что сегодня вы уже успеете побывать в Эрмитаже. Хотела вас спросить, что вы конкретно там смотрели, какую-то выставку, или это была просто обзорная прогулка? И также вопрос по поводу моего любимого города Санкт-Петербурга. Какие места вам у нас нравятся и почему? Спасибо. Ну, по музеям и выставкам я вообще хочу, люблю и буду ходить. Эрмитаж – это одна из отправных точек, в которой я не раз был и все равно продолжаю ходить, потому что и Рафаэл, и Рубенс требуют, чтобы на них смотрели. Мне это очень нравится, и иногда ходишь туда еще и за тем, чтобы посмотреть на то, как люди смотрят. Вот мне нравится вот еще здесь побывать, знаете, когда ты на протяжении 3 часов, шатаясь по уникальным совершенно выставочным залам, да, когда ты смотришь то, как раньше жили, да, когда ты, наблюдая за вот тем, что, чем мы гордились тогда и чем мы гордимся сейчас, ведь это наше прошлое, а этим надо гордиться, да, когда ты путешествуешь по всем музеям мира, и буквально в прошлом году я очередной раз был в Ватикане, когда один из лекторов говорил, что подобного вы нигде не увидите, и ему задали один единственный вопрос: а вы в Петербурге в Вернисаже были? Говорит, нет. Говорит, зачем же вы говорите такое, чего вы не знаете? Хотя бы один раз побывайте там, вы поймете, что это, если не созвучно, то уж точно не хуже. Но нельзя говорить, что вот вы, а все остальное не существует. Вот. И я был в Каирском музее, да вообще практически был везде. Вот. И у меня 9 числа начинается Евротур. Я 3 года не путешествовал вот в Евротур писательский, а вот 9 как раз уезжаю. И сейчас, по-моему, 15-16 я буду как раз в Париже и, конечно же, Лувр. Ну, то есть обязательно. И зачастую ты уже точно знаешь, где и что расположено, потому что Эрмитаж, он тем и уникален, потому что ты знаешь каждый его поворот. Да? Но вот как там, как в этом пространстве живут другие люди, вот это самое интересное, самое увлекательное и самое потрясающее, когда человек при тебе вдруг меняется, знаете, когда заходит, вот ты идешь перед тобой, ты знаешь, что за поворотом будет, ну, к примеру, Александровский зал, да, и вот ты прям знаешь, что вот ты уже знаешь, а вот кто-то такой, и вот ты видишь, он не понимает, что происходит, ой, и человек прям теряется, ты, и это так здорово за этим наблюдать, вот, и когда, я опять же, все время, для чего это еще нужно? Я тут недавно опять общался с иностранцем, который говорит, вот там неумытая Россия, никогда ничего не умели, вот как бы вот, а мы там вас, а ваш президент опять бряцкал там ракетами и там бла-бла-бла. Я говорю, послушайте, дорогой мой, вы зайдите, вы съездите в Петербург, вы зайдите в Эрмитаж, вы сходите в музей имени Пушкина, вы посмотрите, что мы никогда не были тем, о ком вы говорите. Мы всегда были на голову выше всех, и в культурном плане, и в литературном плане.
И вот это, вот, конечно, поражает. Поражает, что да, для того, чтобы иногда заявить о себе, нам приходится выставлять нечто другое. Раньше мы выставляли Достоевского, Пушкина, а теперь мы выставляем ракеты от той дальности или другой дальности. Да, и я не говорю, что... Я просто понимаю, что настала такая пора, когда и нашему президенту, а больше то ли козырение, то ли действительно мир настолько стал плох и настолько не понимает, что не кучка правителей живет какими-то своими идеологиями, идеями, что-то между собой подписывают, расторгают, где-то какие-то распри. А страдаем-то мы. Вот. Меня вот это вот как-то поражает, когда десяток людей пытаются решить между собой собственные амбиции, забывая о том, что страдать-то будем мы, мои дети, я. Не понимаю. Но это уже такая геополитика, в которую не хочется входить, потому что ничего решить в этом невозможно. Еще вопросы, пожалуйста, дорогие друзья, у кого появились. Олег, поделитесь, пожалуйста, немножко, как вам удается переключаться вот с таких взрослых, серьезных тем, в том числе, детективных тем, любовных, ужастиков, на детские темы и говорить и там максимально откровенно. И второй, может быть, из этого уже вытекающий вопрос. Вот сегодня также упоминалось, что взрослые не могут писать отзывы, причем могут писать какие-то мерзости, и какие-то, возможно, некорректные отзывы. Но, тем не менее, обратная связь все равно получается, та или иная, потому что аудитория делится, да, и мы видим это в социальных сетях. А как вы понимаете, вот что действительно нравится детям? Ну, для этого есть тоже встречи, которые проходят очень часто, и мы общаемся с детской аудиторией, проходят фестивали. Вот сейчас в Москве был, называем так, форум Kids Russia, вот, российские дети, это была выставка, представлялись там и психологи, и огромное количество людей, которые так или иначе имеют отношение к детям. Я 2 дня там провел полностью, какие-то вещи для себя понимал. Сейчас мы делаем несколько детских проектов. Изначально приводим туда психологов детских, работаем таким образом, чтобы потом не было стыдно перед родителями. Переключаться с одного на другое легко. Почему? Потому что детская литература – это та самая зона, в которой я отдыхаю. Не всегда, конечно, прям отдыхаешь. Почему? Потому что вот сейчас мы начали делать большой проект, я начал писать историю, которая называлась «Волшебная лавка Есении», про маленькую девочку, вот, которая живет в мире кукол и делает все возможное, чтобы кукла стала еще более счастливой. А у кукол, в мире кукол есть куклы. Такая, знаете, большая составляющая. И там много приключений. Мишка Шмяк, робот Робик. И вот они... И чем дальше я продвигался, тем больше думал, что мне не хватает истории самой девочки. Откуда Есения взялась там? Ведь она единственная девочка живая там, в мире кукол и в мире игрушек. Вот. И чем я дальше туда двигался, и чем больше вот занимаюсь определенными вещами вне своей работы, а это и благотворительность, тем больше понимал, что Есения – это особенный ребенок, это аутист, который живет в нашем мире. И уходя из нашего мира, она уходит в мир игрушек. И оказывается, все, что происходит с ней, вот такое хорошее, интересное, где она помогает и вкладывает свою душу, это происходит с ребенком, у которого у самого душа больная, да, и которому самому нужна помощь. И вот в этом во всем начал жить, и вдруг понимаю, что, а ведь это совершенно уникальная площадка, чтобы нашим детям, когда мы говорим о некой толерантности и о чем-то вот в этой стези, почему бы не написать историю, не дать ее прочитать детям, а тем более снять мультфильм, когда мы показываем этих особых детей, их родителей показываем, их состояние, их проблемы показываем, их радости показываем. И это действительно уникальный проект, уникальный продукт, который надо делать. И вот потихоньку, шаг за шагом, вдруг вокруг уже появляются художники, и начинаешь рисовать первые образы Есении. И вот сейчас я думаю, что если все пойдет, то будет целая серия книг, в том числе и большая книга о самой девочке Есении. И я даже себе представлял в мультфильме,
когда ребенок несколько серий смотрит о том, как это здорово и весело, что волшебная лавка Есения существует, и там, знаете, там периодически приходит маленькая свинюшка, там у Есении, когда открывается из серии в серии, начало звенит колокольчик у нее в лавочке, шмяк спрыгивает со стола, Розис начинает тоже что-то там делать, заходит маленький поросенок, который говорит, ну, конечно, все сидят, до меня никого дела нет. Они говорят, что случилось-то с тобой, ну, какая проблема? Говорит, понимаете, все летают. Говорит, не понял. Ну, все летают, бабочки летают, самолеты летают, все. Я одна, кто не может летать. Есения говорит, я не могу тебе в этом помочь, это заведомо так было сделано, ну, ты не можешь летать. Он говорит, ну, вот так я и думал, вот опустили все в свое время, крылья там, и шмяк помогает, и тут пластик, и тут волшебство, и что, и что. А ее уже нет, они смотрят уже, когда все приготовили, нет. Ну, и все это цепляют на робота Робби, робот начинает там летать, всем все нравится, открывается опять этот колокольчик, забегает эта свинюшка, говорит, что тут делать? Крылья, летаем, говорит, здрасте. Летаем. Вы понимаете, все плавают. И начинаем. Вот. И ребенок вот потихоньку вместе с вот с этими главными героями окунается в эту атмосферу. И вдруг однажды вместе со мной и вместе с героями подходит к лавке Есения, а там висит закрыто. Она закрыта. Девочки больше нет. И проходят дни, недели, месяцы, а ее нет. И если рассмотреть через стекло то, что происходит в лавочке, то там уже паутина, там уже пыль. И они понимают, что Есения пропала. И это понимают игрушки, которые начинают ее искать и находят ее в нашем мире. И ей настолько плохо, что она даже в своих мечтах не может вернуться туда, в страну своей сказки. И вот как они вместе с ней начнут помогать, чтобы снова воскресить работу этой лавки, вот в этом интерес. Ну вот я так... Вот что меня увлекает иногда. И в этом тоже интересно, и в этом стоит существовать. И к этому стоит приобщать и ребенка в том числе. Мне так кажется. Спасибо большое. Добрый вечер, Олег Юрьевич. Я к вам с вопросом. Слышала ВКонтакте, вернее, читала, что вы очень многим людям снитесь во снах. Да, это правда. Это к деньгам. Я 10% прошу сразу отчислять, потому что, во-первых, это бизнес. Я просто так во сне не прихожу. Во всяком случае, не бесплатно. Заявляю это прямо. У меня обратный вопрос. Снятся ли вам ваши читатели? Вы видите, что я седой? Снятся. Иногда, вы понимаете... Я вам могу сказать только одно. Читателей действительно много, да, за этот год совокупный тираж почти 2,5 миллиона. Ну вот 2,5 миллиона совокупный тираж книг. И читатели много пишут, много общаемся. И есть те, которых я в лицо знаю, да, просто знаю, и они присутствуют. Здесь присутствуют, я их вижу, да. И я их вижу на встречах, я их вижу в социальных сетях. И у меня очень хорошая память. Иногда на то, что я хочу. Вообще у мужчин идеальная память. Мы просто в этом не признаемся или делаем вид, что мы не помним. Вот. Но есть настолько уникальные люди, что если бы они еще ко мне во сне приходили, это, конечно, было бы все. Еще раз повторюсь. Пришел во сне, получили деньги, 10% прямо вот сразу на Сберкарт, вот Сбербанк, пожалуйста. Но на самом деле, я как-то раз, мне позвонил мой друг и говорит, к чему снятся писатели? Я говорю, ну, что еще было? Ну, я как-то надо что-то там. Он говорит, да ничего особенного не было, ты мне снился, но не мертвый. Я говорю, а почему мертвый? Он говорит, оказывается, в соннике, чтобы вы понимали, мертвый писатель объясняется, почему снится, а живой нет. Как будто живой писатель снится не может. Даже как-то обидно стало. Я думал, надо как-то в этот сонник написать что-то свое. Ну, знаете, там, если снится живой писатель, который рассказывает свой роман, да, там, то это вот там и что-нибудь хорошее главное. Я ему говорю, ну, ты знаешь, я не знаю. Но я говорю, прям мертвый снился? Он говорит, ну вот не живой точно. Я говорю, ну и что? Он говорит, не очень хороший сон. Я говорю, ну тогда тебе с этим жить. Вот. И
У меня была когда-то своя идея написать сын мне как писателя. Да, там. Ну, как-то вот я ее так забросил, потому что ничего хорошего из этого у меня не получается. Но... У меня маленький парадокс. Вы мне приснились. Я видела вас во сне. Снился я все-таки? Да, вы мне снились, это правда. И вы мне приснились. Такой гора, огромная такая гора была, и там море-море тюльпанов. Все они разного цвета, фиолетовые, желтые, красные, и такой белый-белый камень. Вы сидите на этом камне, вокруг вас свечи вот так вот горят. Вот. И серьезно, видела такой сон. Нет, когда белый камень, мне прям когда свечи вокруг меня. Видела такой сон. И как будто я иду по дороге, а вы как бы... Вы свечи сосчитали сколько? Нет, не считала. Вы идете по дороге навстречу, и потом мне дарите, как бы говорите, я хочу подарить куклу. Такую куколку подарили мне. И вот после этого я увидела, что у вас стали проекты куклы выходить. Ну вот видите, это, я не знаю, не за что. Главное, чтобы у вас... Но вы чувствуете, удача пришла? До сих пор вы мне не подарили куклу. Ну, знал бы раньше, я бы, конечно, надо было сегодня написать, я бы что-нибудь придумал бы с куклой. Ну, это все, конечно, весело, и я сам увлекаюсь. Вы знаете, могу вам сказать, лет, наверное, 10 тому назад я также вот где-то, может быть, в Питере или еще где-то выступал, и мне задавал вопрос, типа, Олег Юрьевич, а верите ли вы снам? И я как-то, знаете, с таком здравом уме и рассудке, это сейчас не к вам, это ко мне теперь, я говорю, нет, что вы, сны это, я устал, там что-то, видик посмотрел, там еще. Да, видик, потому что тогда еще DVD еще, но это видно, давно это было. Мне теперь уже далеко за 50, далеко прям. И далеко. Прям далеко. Вот, и я вдруг начал верить снам. Правда, я и... Самое это смешное, как только я в них начал верить, они мне стали гадство сниться каждый день. То есть вот, вы знаете, считаете, это возрастное? Я думаю, это потребность. Не возрастное, а потребность. Я в какой-то момент, по всей видимости, стал настолько мало чего-то получать. Вот не во сне, по загруженности, потому что некогда, еще как-то вот что-то. И мне это стало компенсироваться во снах. Вот правда. И я поначалу, честно вам скажу, начал даже там... Чего греха таить, Google знает все. На третий, на четвертый раз я понял, лучше не касаться этого. Потому что обязательно, вот взять, ничего хорошего мне, оказывается, не снится. То ли я чем-то болеть буду, то я уже прям при смерти, то у меня уже чуть... Я перестал. Но сны снятся часто, и я как психолог понимаю, невостребованность чего-то вот здесь, замкнутость в каких-то определенных вещах, а у меня сейчас проект за проектом, и как-то тяжеловато на что-то отвлекаться. Я в этом году отменил все свои встречи. Чтобы вы понимали, у меня вот будет сейчас встреча здесь, завтра еще будет встреча в Питере. Радуга. Да, и все. И до конца года больше я нигде не буду вообще. Я все встречи поотменял, потому что, ну, это правда стало очень тяжело. Я несколько лет работал по несколько встреч в месяц. И сейчас вот этот год и следующий, скорее всего, больше вообще нигде встречаться не буду. Тяжело стало. Еще и сны снятся. Кошмар какой-то. Вот, поэтому социальные сети нас как-то будут объединять. Welcome, я буду всегда там. И в этом году меня даже не увидят на Красной площади. Я уже отменил свое выступление. У меня было 3 дня выступления на Красной площади летом. И осенью я отменил свое выступление на ВВЦ. Меня тоже там не будет. Вот. Почему я это вам сейчас проговариваю? Потому что знаю, что Эксмо думала, что я еще решусь на обратное. Но теперь я уже под камерой сказал. Вот, и скажу им, как же я могу теперь свои слова взять назад. Я, правда, выступать не буду, и тяжело. Буду смотреть сны. Вот. Спасибо, Царь. Я обещал, я дико люблю буква «Е». Это моя любимая сеть, я люблю ребят, которые в ней работают, я люблю, как они все организовывают, я люблю их отношение к авторам, к себе лично. Вот. И те вопросы, и те проблемы, которые мы решаем совместно с буквоедом, а мы их много, просто вы многого не видите, но мы, правда, очень много делаем. Всякие акции подписываем, всякие бумаги делаем, депутатские запросы делаем. Мы правда, очень много делаем. И ребята настолько болеют душой за книги, и вот за литературу, особенно за детскую.
Очень жалко, что один из главных людей буквоеда ничего этого не рассказывает. Благотворительность и умные, и хорошие дела требуют тишины. И он об этом не говорит. Но делает катастрофически много. Правда, очень много. Маша, да. Спасибо. Во-первых, хочу вас поблагодарить за ваше творчество. Спасибо. Спасибо огромное. Пожелать вам здоровья и стойкости в отношении тех товарищей, которые имели приятные вещи тоже. И вопрос уже пять раз забыла, какой хотел задать. По вашим произведениям снимают кинофильмы. Насколько вы участвуете в их создании? В подборе актеров, написании сценариев, ну и вообще. Каким-то образом участвуете? Да, я как бы стараюсь, что-то делаю. Вот сейчас мы запускаем три проекта. Один из проектов мы запускаем, будет «Полный метр». Не знаю, кто-нибудь из вас читал книгу «Код счастья». Читали кто-нибудь? Да, вот. Вот «Код счастья». Мы будем делать «Полный метр», это будет в кинотеатрах, это будет интересная история. Ввели там нового персонажа, «Умный дом». То есть, когда их запирают вдвоем, там еще будет новый персонаж «Умный дом». Поэтому как раз вот сейчас работаем над сценарием группы Анастасии Захаровой. Вот, группа сценаристов вот вместе со мной. Сейчас как раз делаем. Допускаю ли я свое участие где-то еще? Вот сейчас мы будем делать вещь «Писатель-балерина». Не знаю, кто-то читал или нет. Будет сниматься триллер. Он будет сниматься в серии «Имитатор». Хотел в этом году выпустить хотя бы первую книгу «Имитатора», скорее всего, не получится, не могу ее написать, вот прям не могу доделать этот проект. Третий год обещаю, третий год не могу. Вот, наверное, все-таки либо конец года, либо начало следующего года первая книга «Имитатор» выйдет. И, ну, в рамках этого будет, вот сейчас уже не снимается, а пишется сценарий. Вот. Потом мы еще делаем большой проект, не знаю, кто-то заходит ко мне на страницу, может быть, видел что-нибудь о соратниках, да, это и Баба-Яга, и это хорошая большая сага для взрослых, когда я попытаюсь в киноленте объяснить, кто она такая, почему Ратибор, почему она его полюбила, почему через Терновый мост перешла, почему свою красоту там оставила, почему царство мертвых она возглавила, и это будет такая интересная история, сага. Вот. Но мы ее будем снимать не здесь, а будем снимать за рубежом. 20 числа следующего месяца в Лондоне мы как раз вот презентуем этот большой проект. Сейчас сделали плакаты на него, и тоже вот вы их, наверное, в социальных сетях видите. Я их выставляю. Большая очень история. Мы начинаем делать историю тоже вот «Изгои». Будет в двух направлениях. Одна из такая книга, она выходила в прошлом году. Старая на самом деле, но в прошлом году как-то мы ее так запустили. По «Красной шапочке» никто не читал, да? Вот, мы сейчас делаем там сериал, сделали уже первых 10 серий, пока никому не показываем. Вот, всем очень жутко нравится, это очень смешная штука. Но у нас там президент появляется. Сейчас мы пробуем с каналом договориться, чтобы не убирать. Но очень жалко, там все очень хорошо, там правда еще все хорошо. Но вы знаете, у нас год выборов, поэтому мы как бы вот показали на канале, канал говорит: очень круто, очень смешно, но давайте подождем. Может, они в чем-то не уверены, я-то во всем уверен, да? Вот я говорю, может, они что-то знают большего, чем я, но как бы, ну, мы как-то, веря, наверное, снам моим, вот мы все равно вставили, что это президент, я думаю, так оно и будет, переписывать ничего не надо будет, фамилии менять не надо будет. Главное, чтобы не девушка вот эта вот, да, чтобы, ну, потому что будет совсем сложно, надо будет вот с мужчиной на женщину, вот, а так остальное все нормально. Вот, тоже будет очень хороший проект, уникальный, мне он очень нравится, и вот еще жду вопрос. Олег, еще очень интересует представителя аудитории, а как вы относитесь к подбору актеров? Вашим экранизация по вашим произведениям? Никак, вы принимаете участие, имеете рекомендательный голос, решающий? Нет. Не имею, не решаю. Я все-таки считаю, что каждый должен заниматься своим, вот автор произведения своим. Я, наверное, много раз говорил, могу еще раз повторить, что над любым романом издеваются несколько раз, когда начинают его экранизировать. Знаете мою байку? Нет? Знаете, да? Ну, я вам могу рассказать. Значит, первый раз над романом издеваются, когда его прочитал какой-нибудь продюсер и говорит: слушайте, хорошая история, буду снимать. И он издевается, когда приходит на канал к первому человеку и говорит: сейчас я тебе за 5 минут расскажу, о чем Рой там написал. И он издевается.
Потому что он говорит ему то, что хочет услышать, что каналу надо. Да? И если это первый, то это все мы плачем долго и счастливо, потому что она на заводе, а детей много, а муж гуляет на сторону, и... а подруга стерва еще та, а соседка вечно под кровать что-то. И вот это мы в этом все. Да? Потом он приходит на НТВ и издевается еще раз, потому что это обязательно надо прям топором, чтобы много, прям чтобы убить, да, чтобы это прям закол... чтобы прям по запаху следователь сказал. Смотрите, в подъезде пахнет, кто-то умер. Вот это, да? А, вот. Это какой-нибудь там ТВ-3, и все говорят, господи, так это же привидение было. Вот это. А он говорит, нет, я вам сейчас нагадаю на руке, вот, и вы поймете, что линия, которая вела вот сюда, она ведет совершенно к другому. Вот. И он постоянно издевается на каждом канале, потому что каждому хочет угодить. Да? Я вам не сказал, о чем он рассказывает, когда он на 2x2 приходит. Вот. Это первый раз. Второй раз кто-то из тех продюсеров, кому он там рассказал наверху, владельцев, говорит, ок, снимаем. И второй раз издевается сценарист, который читает мою книгу и говорит, так себе автор, правильно там вот говорят, не очень хорошо пишет. Я сейчас такой сценарий напишу, вот прям закачаются, все закачаются. И он издевается второй раз. Третий раз издевается режиссер, который говорит, книгу прочитал, не впечатлен. Сценарий прочитал, кто его написал. Но я сейчас, как великий режиссер, сделаю режиссерский сценарий такой, что просто все умрут. И он издевается третий раз. Четвертый раз издеваются актеры, которые получают роль. Они говорят, кто такой Рой? Не знаю. Кто такой режиссер? Не видел ничего его. Сценарий практически не читал, некогда. Свою роль прочитал? Неинтересно. Но я сыграю так. Потом издеваются те, кто собирают этот фильм в монтажке. Потому что кино — это 1.5 часа, а снимают иногда на 40. И он сидит вот на эти бобины, смотрит и говорит, господи, какие вот идиоты, наснимали на 40 часов. Но я сейчас так нарежу. Умри, все живое. Потом мы все приходим в зал, и вот так вот все. И иногда даже актер говорит, это я это сделал? И ему даже так вот иногда сидишь и говоришь, ты что, сценарий не читал? Ты что, идиот, вот такую книгу читаю? Вот. Поэтому издеваются многое. Я предпочитаю не участвовать в этом во всем. Какие-то истории там, что-то я там рассказываю, что-то делаю, чем-то делюсь. Рад, когда я вижу это на экране. Вот сейчас на экране будет в истории, которая... «Код счастья» будет история про... истории про историю, которая повлияла на меня, когда я писал «Мужчина в окне напротив». Я вам рассказывал, да? Ну, ее все уже знают. Ну, правда? Нет? Рассказывал, да, вот. Мы потом расскажем. Вот, вот как раз этот эпизод туда войдет. Вот с этой бабушкой, с семечками, вот. Я быстро скажу, да? Когда задают вопросы, а где вы еще берете свои... сюжеты, если не на ток-шоу, то куда? Ну, я уже сейчас шучу, но тем не менее. А, вот. «Мужчина в окне напротив». Наверное, кто-то читал. Читали, да? Хорошая вещь-то, в принципе. Вот. И как она мне пришла вообще в голову, я уже много раз говорил, для мужчин многое не существует на этой планете вообще, потому что мы к этому не имеем отношения. Я все время думал, что шторы в квартире себя сами стирают. Ну, просто вот висят шторы. Вот кто из мужчин вот задавался вопросом, как шторы были постираны когда? Никто. Вот точно вам говорю. И я как-то вот привык, что они всегда висят и... Ну, висят и висят. Надо закрыл, надо не закрыл. Мне почему-то всегда казалось, что они какие-то самостирающиеся. Я не знаю, что с ними. Вот. Казалось только мне так, потому что их иногда стирать надо. И у меня помогает по дому помощник. Женщина, которая периодически что-то там меняет, что-то делает. Вот. Она ко мне уже привыкла, я привык к ней. И я однажды прихожу домой ночью, ну, поздно, смотрю, штор нет. А я, знаете, когда свет включаешь, так темная такая, тут все было раньше белое, тут темное окно, а у меня еще окна в пол. И думаю, шторы украли. И на телевизор смотрю, висит. И думаю, странно его, телевизор висит, все лежит, кольцо не надел, лежит, браслет лежит, шторы своровал. Думаю, вот фетиш какой-нибудь, шторы своровал.
Но все равно думаю, надо ей позвонить, хотя бы сказать, что шторы своровали, что делать будем. Я ей звоню, значит, она говорит: ой, нет, Олег Юрьевич, забыла сказать, значит, сейчас постираем, послезавтра посохнут, потом отвиснут, там целая технология, знаете, я не знал. Вот, а потом повесим. Мужчина, когда приходит домой, он иногда ходит сам по себе, в смысле без одежды, ну потому что вот мы такие. И я как-то привык тоже, знаете, пришел сам с собой, тут компьютер из одежды, больше ничего нет. Хожу, что-то сам себе там рассказываю, все-все-все. Вы знаете, что когда вы находитесь внутри квартиры ночью и свет включен, а вам кажется, что это темное пятно в виде окна, то наоборот, оттуда-то вы как в аквариуме. Я это не сразу, честно говоря, понял. Я ведь мужчина, да? Я вам потом расскажу, как я лампочку я поменял у себя в зале, в ванной. Вот. Потом появились шторы, и я как-то об этом забыл. Ну, жизнь продолжается. И вот как-то раз я выхожу на улицу, и бабушка, божий одуванчик, я всем про нее рассказывал. В Питере таких я много видел. Ты знаете, когда вот еще вуаль, да? А вот. И вот она с темечками, голуби в море, потому что они знают, что она их все равно их как-нибудь угостит. И она говорит... И я прохожу мимо, она говорит: как жалко, что вы шторы повесили. Нет, я даже вот думаю, ну, странная какая-то. А знаете, у меня иногда такое бывает, и близкие знают, если во мне что-то зародилось, а оно меня вот гложет. И я весь день хожу, и вот у меня, знаете, со мной кто-то разговаривает, а у меня в голове: как странно, что это, как плохо, что вы шторы повесили, как жалко, что вы шторы. Что она в этом имела в виду? Ну и вечером прихожу домой, и вот еще не включая свет, смотрю на эти шторы и думаю, что-то в них не так. И вот через комнату, значит, крадусь в темноте, вот так вот открываю штору. А у нас дома рядом, знаете, как вот у нас, как на Марата, ну только ближе намного, вот прям посередине. И лицо бабушки вот так прям, без вуали. Я могу вам поклясться чем угодно. У нее в руках бинокль. Правда, я могу поклясться. Я не следил. Это не для того, чтобы украсить или нет. Ну, зрение плохое. И я понимаю, что она в этот момент составляла карту моих родин. Она обо мне все знала. Вот. А с этой лампочкой это была вообще уникальная вещь. Она войдет в одну из серий. Вы знаете, что мужчине надо думать, что он может все. Вот мы прям вот все. Я зашел как-то в ванну, включил свет, и знаете, женщины знают, мужчины тоже, когда вот так, блин, что-то там прыснуло, что-то бам, лампочка взорвалась где-то там внутри, и темнота. И ты понимаешь, что-то где-то коротнуло. И тут в тебе просыпается он, я в смысле мужчина, который, это же вот так покрути, это вот так вот вытащи, это вот положи, новую возьми, вставь, и ты герой. А герой босиком. А потолок? А потолок навесной. Я потом узнал, что такое существует. А мне вообще, знаете, дырочки такие есть. Ну, для красоты, наверное, кто-то сделал. Называют второй свет. Ну и лампочка вот эта вот. Кто-нибудь когда-нибудь голыми ногами на ванну вставал? Скользко, правда? Не сразу, потому что нога начинает потеть. А ты же еще волнуешься, она еще не выкручивается, а нога потеет. А у меня не ванна. У меня в свое время мне подарили, знаете, такая пол, вот такой треугольник джакузи называется, которым никогда в жизни не пользовался, потому что не знаю, зачем мне его подарили. И она пластмассовая. Не вот это вот, как у меня в детстве была. И она как-то еще сильнее потеет. Мама моя, я чувствую, земля, вернее, все джакузи, из-под меня уходит. И я понимаю, что я падать буду вот на все, что только шевелится вот там. Раковины, какие-то бачки. И думаю, последний роман дописал, девушке сон, где я, камень и свечи уже приснился, можно падать. А знаете же, падать же не хочется. И я где-то как-то соображаю, что в дырку палец войдет. И я могу зацепиться, ну как бы так. Откуда я мог знать, что потолки ничего, кроме вот этого самого, не выдерживают? Все это в этот вместе со мной. Угол потом упал, пробил в четырех местах вот этот вот джакузи, в четырех местах пробил. Когда пришел электрик и с ним ремонтник, и я сказал, что я делал, и они вот на этот хаос посмотрели, потом на меня и... Вот. Ну вот вас повеселило, это уже хорошо, потому что весна как-то все запаздывает, как-то не успевает, нам холодно, и
хочется чего-то веселого. Задайте еще вопрос. Да, я еще один вопрос. И все, да? Ну, я думаю, что последний на сегодня надо приходить к автобус-сессии. Да, спасибо большое. Олег, очень приятно. На самом деле, вы развеселили и, можно сказать, украсили вечер. Причем здесь большинство дам. Это я еще не делал. Давайте. У меня сейчас возник вопрос, причем он возник еще тогда, когда вы говорили о детских своих вещах, у вас, я так понимаю, есть дети. Я сейчас так совсем не думал. Да, есть. Просто я не совсем в курсе вашей личной жизни. Нет, нет, есть, у меня есть дети. Тем не менее, да, и, конечно, возникает вопрос, но он достаточно серьезный, но абсолютно не вдаваясь ни в какие мелкие подробности. Если есть дети, значит, вас волнует вопрос об образовании. И то, что происходит с нашим образованием, какие изменения с ним происходят. Вы участвуете в каких-то проектах, либо вы как-то что-то делаете, может быть, в каких-то своих там произведениях. Хотелось бы знать ваши отношения, это первое. И второе, какое бы образование вы хотели бы, чтобы учили ваши дети в России или за рубежом? Спасибо. Да. У нас сейчас модно скрывать, что твои дети не уехали за рубеж и не там не учатся. Это прям, вот прям модно, знаете? Вот. У меня дети учатся за рубежом. Они не учатся в России. По многим причинам, вот, в том числе и недостаточное образование, образовательного процесса именно вот в период средней школы. Я в Москве знаю 2-3 школы всего, куда бы я своего ребенка отдал, и поверьте, у меня там дети были. Участвовал ли я в чем-то подобном? Я бы очень хотел, и для этого очень много писал и делал. Вы понимаете, я там не нужен. Там нужны другие люди, которые правильно могут решать какие-то вопросы. Причем их правильно могут решать, видно, вот. Я в свое время написал азбуку. Не знаю, кто-то знает или нет. Джинглитер, да? Азбука. 2,5 года работы. И я так сильно был уверен, что она нужна, вот прям вот сильно был уверен. Огромное количество людей, которые помогали, работали, психологи, и мы так это все как-то копались, там все это делали. И я думаю, вот сейчас как вот прям всем это же надо, да, и в том числе. Ну и естественно делают там. Ребята, пожалуйста, смотрите. И мне делают встречу. Я уже тоже об этом рассказывал. Я об этом рассказывал не только здесь, но и одному из представителей Следственного комитета. Вот. И мне назначают встречу. Олег, приходите. И я такой воодушевленный, там все-все-все, и бегу по этому адресу, подбегаю по адресу, а там кафешка. Думаю, как-то странно, что мы решаем вопрос азбуки там, да, в кафе. Ну, другое дело, думаю, ну, мало ли, человеку не будет. Приходит какой-то другой человек, вот, и как-то разговаривает со мной, как-то, знаете, когда вот так вот говорит. Думаю, я все время переспрашиваю, что с вами, как, он говорит, уберите телефон со стола, вытащите батарейку, что ты со мной, куда мы, вот. И потом он говорит мне следующее, мы вам дадим деньги на разработку азбуки. Я говорю, а зачем мне деньги на разработку азбуки, вот же азбука. Он говорит, нет, вы не понимаете, мы вам дадим деньги на разработку азбуки, вы нам эти деньги назад вернете, потом вы эту азбуку нам отдадите, а потом мы ее, ну как будто вот мы ее разработали. Я говорю, вы знаете, я в подобных операциях как бы не принимаю участие, и по тем деньгам, которые вы мне говорите, что вы мне дадите, это там, ну лет 10 прям вот всем, нам и вам в том числе, прям сидеть. И я говорю, вы знаете, я в этом принимать участие не буду, я повернулся, ушел, вот. И на одной из передач я об этом рассказывал. И потом мне был звонок. Мне был звонок, и очень хороший человек на самом деле позвонил. Потом, потому что мы встречались. Позвонил и представился следователь такой-то, такой-то, там, Олег Юрьевич, пока не в кабинете, можем встретиться? Я говорю, конечно. И вот. И мы встречались, и очень много стало интересного для меня. Я не знаю, с кем я встречался, оказывается, там с ними там какую-то работу уже потихоньку проводят. Вот. Я рассказал свою историю. Из длинной истории короткую. Азбука никому не нужна, она так и лежит.
Есть ли что-то подобное на рынке детской литературы? Я думаю, нет. Нужно ли бы оттуда было бы что-нибудь взять, чтобы это сделать и забрать у меня это бесплатно? Так я это и так бесплатно отдавал. Я же за это денег не просил. Мы это отдавали бесплатно. Можно ли было с этим работать? Можно. Нужно? Нужно. Надо было это переделать, потому что, может быть, мы не совсем правильно. Наверное, да. Но мне это не стоило тех денег, которые надо было им возвращать. Да. Можно было с этим как-то? Да. Обратятся ли еще раз ко мне, чтобы я где-то что-то помогал? Нет. Не обратятся. И правильно сделают. И правильно сделают потому, что я обязательно об этом заявлю. Я не возьму деньги и не буду заниматься тем, чем многие занимаются. Я считаю, что это неправильно. Вот, поэтому это вот к вопросу. Буду, не буду, нужен, не нужен. Не нужен, не буду. Это абсолютно точно. Учится ли здесь? Нет, не учится. Почему? Я объясню. Вернуться ли сюда? Не знаю. Хочу ли я, чтобы вернулись? Да, хочу. Очень хочу. Ну вот. Но то, что все больше и больше происходит, на что я обращаю внимание все больше и больше, больше расстраивает, чем радует. Больше дает право на мечту, чтобы они что-то встретили там и, может быть, сюда приезжали только в гости. Может. А я как-нибудь здесь, мне нравится, мне все хорошо. Вы знаете, как сейчас же вот берут вот из контекста что-то там, Серебряков что-то сказал, да? Я смотрел эту передачу. Уникальный актер, да, со своей точкой зрения, со своей идеологией, в которой не принимает хамство. Имеет ли он право об этом говорить? Ну мы же сами, все же с вами договорились, когда голосовали, да, что имеем, да, мы живем в обществе, где это разрешено. Он сказал, что сейчас с ним происходит, ну вы видели, один из депутатов Государственной Думы решил даже сделать некий закон, запрещающий актерам, которые что-то сказали, или что-то там сниматься в фильмах, которым дают деньги государству, ну, чтобы в помощь. Мне им хочется сказать, уважаемые депутаты, или те, кто выдает деньги вообще фильмам, а «Горько 2» вы зачем деньги дали? А вот этим всем, где милиция вверх из пистолета пьяная стреляет, вы зачем деньги дали? А вы зачем деньги даете туда, где показывают наших солдат, что они не очень правильно эту войну прошли? Вы деньги туда-то зачем даете? Ну уж лучше туда тогда деньги не давайте. Но это мое мнение, про него много можно говорить. И я не думаю, что актер, которого сейчас, на которого так сильно ополчились, что он не любит свою родину. Я думаю, что он ее любит, лелеет и счастлив, что он является, сказать такое слово, сын своей отчизны. Я думаю, да, в нем это всегда было. Ну вот. Олег Юрьевич, спасибо вам огромное, что нашли время, что пришли сегодня к нам. Дорогие друзья, мы переходим к автограф-сессии. Пожалуйста, давайте сформируем одну аккуратную очередь и по одному поднимаемся на сцену. Коллеги.